Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» поздравили победителей областного творческого конкурса «Помним». Он был посвящен 80-й годовщине контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой и проходил в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». Жюри определило 261 лучшую заявку в двух номинациях «Рисунок» и «Сочинение». В числе призеров оказались 4 работы из нашего муниципалитета. Они были заявлены в первой номинации. Виктория Кушнарева из Одинцовской школы номер 7 заняла первое место, Анастасия Попова из школы номер 1 – второе, а Моника Галичан из Назаревской школы и Карина Карагулян из школы номер 1 разделили третье место.